Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами начинаем прохождение игрушки под названием Action Man Mission Extreme. Игра у нас 2000 года выпуска от разработчика Interactive Studios, издатель Hasbro Interactive, в жанре Action Shooter Driving. Я что-то после этих всех игрушек думаю, что-то нужно какую-то херню пройти реально. И просто так чисто расслабиться. Может, это хер, я не знаю, никогда не играл в эту. Что-то невзрачное такое, не популярное. Серебряная стрела. А в смысле выбор предмета? Выбор. Вот выбрал. И чё? Серебряная стрела. Охеренная тачка, классная, прикольная. Чё дальше? Не выбирается. Ну и мать тебя. Так, выйдем, короче. Да. Чё, это, все. А, надеюсь, русская версия, нашел русскую версию, одну единственную. Надеюсь, она не сломана, как предыдущая игра. Буду я надеяться на эту. А ну давай в параметры зайдем, что здесь вообще есть. Уровень сложности даже есть. Легко, средне, трудно. Давай на легко, я мать его так. Не, давай на средне, ладно. Вибрация регулировка экрана, использовать компьютер. Давай используем. Их запуск программы, изменить. Вот-то чего? Серьезно, тут еще давайте сейчас программировать будем прям в консоль. Консольке что-то нужно писать, а я хер его знаю, что тут нужно писать, я не знаю. Ну и ладно. Короче, на среднем попремся. Посмотрим, что за игрушка. Игрушка такой вроде как, типа, какой-то здесь есть сюжет. Хер его знает, короче, начать игру. Какой-то есть сюжет и какой-то есть, типа, как это самое, я не знаю. Ну, типа... Воспрепятствуйте нападению войск гангрены на город. Войска гангрены атакуют по всему городу с целью похищения оборудования из лаборатории. Используя свою серебряную стрелу, остановите их до того, как они успеют причинить любой дальнейший ущерб. Хм, довольно-таки неплохой перевод, и знаете, что удивительно, то, что написано, то и говорится. Это вообще странная вещь, потому что в таких в PlayStation игрушках постоянно... Я нажал. В PlayStation игрушках постоянно текст пишется один... Смысл другой, а говорится третье. И понимай, блять, как хочешь. А тут вроде то, что написано, то и говорится нормально. Вот это я так понимаю. Вот это я понимаю нормальный перевод. Чувак сидит и читает реально то, что тут написано. А то, блин. Ай, вот это я, типа, да? Охуен мен. Серебряная стрела. Точка, смотри, неплохая такая, прикольная. Опа. Так, а эти я могу брать тоже с собой или нет? Я могу на мотике покататься? Это как так-то? А чё я не могу выбирать? Дайте выбрать тачку. Так, хорошо. Ты чё тут? Улицы горы врагов захвачено 0, находок собрано 0. Каких находок? Это нужно, типа, что-то искать, какие-то секретутки здесь или чё? Так, ну давай. Вид сверху, кстати, будет. Спецагент. Войска профессора Гангрены, ведомые его ассистентом Токсикой, атакуют цели по всему городу. Они похищают лабораторное оборудование. Останови их до того, как они нанесут любой дальнейший ущерб. Я засеку их транспортные средства на своем радаре и смогу отбросить войска гангрены. Спецагент, я так и думала, что ты покажешься. Даже не пытайся остановить моих людей, иначе тебе конец. Я тебя предупредила. А, немножко букву не дописали, ну ладно, может не влезла в скрипт. А, так, чё тут? Защитите город от войск гангрены. Используйте радар, чтобы отыскать машины врага. Затем уничтожьте их. Укел. Так, хорошо, чё? Опа, я еду. Так, на X ехать. Воу, мен, ты чё такой резкий? Тихо, спокойно. Сейчас нужно привыкнуть. А тут камера никак не меняется. Ёлки-палки, камера, конечно, жесткая. Защитите город от войск гангрены. Блин. А тут не меняется камера, я ничего не вижу. Но мне ехать вон туда. Вау! Тихо, музыка есть здесь хорошо. Это чё это тут? На букву Г, короче, ехать. О, а это чё такое? Заряд энергии какой-то. Ой! Нашел как стрелять, прикинь. Треугольник. И R1. И R2. А чё? А вот это что такое? Воу, тихо-тихо, ремонтка. Так, хорошо. Нам нужно ездить на Г и бить плохих парней. Я же хороший парень, да? Значит, им нужно бить плохих. Так, стоп, там что-то было. А что это за штуки-то? Их надо собирать или нет? Подожди. А это тут есть какое-то время, нет? Или тут можно... Чего? Шамгол написано или что такое? Как тут это, слышите, на время тут можно покататься просто так, да? Во, смотри, что за заряд энергии такой? Для чего он нужен-то? Заряд энергии это жизни, что ли, или чего? Так, ремонтка для чего тогда? Так, я пока что не хочу сильно гнать, потому что... сука!
Давай, 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 давай сюда. Куда ты, охуенмен я? Все нормально, завалил? Где он там? Так, подожди, не туда поехал. Ладно, сейчас. Сейчас, подожди, просто так покатаемся хотя бы чуть-чуть, посмотрим, что тут есть. Какие-то вот эти медальки, не знаю, что они значат, но что-то они значат. Ой, а как туда попасть? Эй. Слышь, пропусти ты меня! Ах, сволочь, не пропускай, так как туда попасть-то? Так, я куда-то уже заблудился, подожди. Надо по карте ездить. Так, направо сейчас, да? Направо, направо! Вот это нихера себе, ты чё? Чё за монетки вот эти? Экшенменовские монетки. Я тут смогу повернуть? Смогу. Ах ты где? Ты говно! Сдох! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, насрал! Насрал, сучара! Ты чё срёшь-то, падла? А ну-ка стоять! Где ты там? Тусики! Ух ты, сволочь, скоростная. Где ты? Блин, а, управление! Подожди! О, чувак, привет! Ты чё, за мной, что ли, не? Где ты там? Ты чё, по кругу катаешься, сволочек? А ну-ка стой! Стой, я сказал, блядь. Ну, хорош, молодец. Так, а чё мне, где меня, где моя ремонтка? Я не понял. Отойди! А чё эти прозрачные, кстати? Тут чё, двое? Не подписывался. Так, спокойно, тут еще двое, нихера себе. Как-то вас дохера, пацаны. Так, минус один. Где минус два? Минус два, сука, стоять! Стоянба! Стоянба, сучандра! Оба! Вот это его захер. Что такое? Защитите город от... Да я понял уже, я уже сделал. Соберите заряды энергии, чтобы активизировать турбо 4 на 4. Некоторых из них пользуйтесь супермотоциклом. Окей, мне сказали супермотоциклом пользоваться. Так, а, что такое? Бля, а когда попадают-то, алё? А супермотоцикл где взять? Ага. Типа показывает стрелочка, где ближайший этот, да? А тут есть, а тут нет. Блин, управление немножко такое, а, непонятное пока что. Ну ладно, сейчас привыкнем, немножко поиграю, привыкнем. Чё это? Баржа. Я думал, это трамплин. Ну, сверху так и не скажешь, что это баржа просто. Так, куда ехать-то? Еще плохо, знаете, что машины здесь нельзя двигать. Ну, то есть, вот, типа, короче, стоит такая машина на обочине, и ты такой в нее врезаешься, она просто стоит и ни хрена не делает. Да ты нифига, слышь, тебе летаешь, тебе. Так, а тут чего? Ничего. Укел. Блин, забор! Так, а стоп. Ой! А тут задняя неправильно работает, реверс. Ууу, хорош! Вот это было прикол. Так, тихо, спокойно. А где мне мотосикл взять? Вот тут, что ли? А, выбор транспорта, супермотоцикл. Ну-ка, давай. Так, супермотоцикл. А то теперь я пролезу сюда на мотоцикл. О, в натуре, смотри, на мотоцикле можно пролезть. Отлично, спасибо. 17 из 30. Ни хрена себе вы тут пораз... этого самого его. Так, где тут? Хера вы тут поразкладывали, хрен знает где, блин, хер найдешь. Что тут, где тут? За забором, что ли? Так, нужно налево как-то ехать. А, вот заезд, да? А, хорош. Воу! А меня я не убиваю, если я об стену, да, езжу. Хорошо, отлично. Это спасибо. Потому что я езжу как мудак. А! Дерево! А! Забор! Бля, хамуха, там подожди, там что-то еще было. Вот здесь. Да ёпта, стена. Ну, если убиться нельзя, то это хорошо. А ну-ка проедь. Так, нормас. Чё такое опять? Защитите город от... Да я понял. Возвращайтесь, возвращайтесь в жилище и приготовьте турбо 4 на 4 для встречи с токсикой. Турбо 4 на 4? То есть мне нужно опять в убежище? Опа. Ремонтка, а ты что тут делаешь? Почему тебя раньше не было? А подожди, в смысле ремонтка? Ой, говорю, ремонтка. В смысле убежище? А я же не все нашел. Или не обязательно все находить? Воу, ППшка. Как вот тут вот. Или не обязательно все? Блин, а, управление такое, конечно, немножко непривычное. Ну ладно, я думаю, привыкнем. По чуть-чуть как-то привыкнем к этой всей херне. Я сколько собрал-то? Турбошмали этих ваших. Так, а где я еще был, где я еще не был? Я хер того знаю. Ну, тут я был? Тут я был. Тут я на барже покатался, хорошо. А вот тут вот, вот в этом вот загогулине. Тут я тоже был. Хорош. Так, ну, в принципе, город небольшой. Давай сейчас попробуем все объездить. Может, я... Ага, вот, смотри, еще один. Сколько? 23 из 30.
чтобы все типа найти. Попробовать 30 штук найти. Но он не... Город-то не... небольшой. Так что я думаю, их тут каждый угол можно объездить. Только нужно не провтыкать, главное. Не вижу ничего. Так, тут налево. Ну, тут вроде ничего не было, я тут катался. Тут ничего, да. Так, там у нас тупик. А вот тут вот что-то свалка. А, вот тут еще где-то было, да? О, 3 штуки, нихера себе. Смотри. Нормас. Так, тихо, спокойно. Сколько, блин? Это стройка. И она не показывается на карте. Тут есть что? Опа, тихо, спокойно. Тут я заеду. 29! В смысле, а где 30-я? Подожди, блин. А где же может быть 30-я? Она одна осталась. Может, где-то в переулке? Так, стоп. Это я сейчас где еду? Так, в переулке вроде нет. Блин, 30-ка, где 30-ка? Не вижу. Где она? Последняя. Сука, последняя, где? Что будет, если я 30 соберу? Что-то клевое. Только где она, блин, подожди, не пойму. Вроде уже все обшарил, не? Я же все объездил, алё. Так, подожди, а где 30-я, где 30-я может быть? Там я... Карта, конечно, немножко долбанутая, но да ладно. Я там был, а вот тут нету. Может, вот, вот тут? Вот она! 30! Все? Что? Что? Что мне дали крутое такое? Ой, а что это ты такой? Нифига! Хорош, так, заезжаем. И что дальше? Вау, выбор, так я буду сохраняться. Turbo X4, 4 на 4. И что делать? Бой с главарем? Давай! Ты смог победить моих людей, спецагент, но не меня. Покажись сейчас же, или я уничтожу этот город. Давай! Я иду. Я уже иду. Ха-ха! Спецагент, тебе не убежать от своей погибели. Ну давай. Так, блин, ой, у нее жизни скочили. Или это чуиха ж, да? Токсика. Ага. Красивая и беспощадная. Токсика работает в качестве ассистента профессора Гангрены. Она управляет спортивным автомобилем, вооруженным коррозийными химическими распылителями и генератором токсичных газов. Да. Старайся не подпускать токсику к розовой жидкости, перезаряжающей двигатель ее машины. Угу. Даже так? Так хорош. Защитите город от войск Гангрены. Так, это еще и токсины? Отыщите токсику и остановите ее до того, как она нанесет новые повреждения. Так, хорошо, ну поехали, она где-то вон там. О, эта тачка поуправляемей будет. Да что ты тормозишь-то? Кто-то меня там ебанул? Так, ты новые повреждения мне тут наносишь, сука. Ну-ка, где ты там, блядь? Вот ты, что ли? Токсика, блядь, стой на месте, падло! Где она? Так, не подпускать к розовой жидкости, блядь, говорит. Ой-ой-ой, а меня-то тоже не надо. Да блин, не газуй, тачка. Бля, я сейчас сдохну. Как ее убить-то, алё, у неё... А-а-а! Нихуя она травит так-то. Ой, сука, ремонта, смотри. А как ее убить-то, если это... Слыхте, если... Если у нее это жизни бесконечные, эта сука. И она травит меня как сволочуга. Есть! Вот это жесть! Ты и твои дружки на пути за решетку, Токсика. Тем временем я нанесу визит твоему боссу и разузнаю, чем он там занимается. Нифига, вот это жесть, конечно. Блин, она в розовую лужу заехала и, сука, хиляется. Или что она там делает, я не знаю. А у меня просто... Пипец, раскладывает этим ядом в никуда. Mission Extreme. Так, что там, база в пустыне? Это следующая миссия? Исследуйте секретную лабораторию Гангрены в пустыне. Войска Гангрены похитили лабораторное оборудование, преследуя какую-то цель. Исследуйте их лабораторию в пустыне и выясните их планы. Секретные планы? Ты не сказал. Читай то, что написано, блин, как так-то? Не пропускай ни единого слова, чтобы смысла не выпадало. Ох ты, ёпта, это чё, я что ли буду сейчас на этом летать? Ядрён батон. Я думал, мы что-то тут только на машинке будем кататься. Или это просто заставка?
эта заставка просто. Так, а на чем же я буду кататься? Так, поселение врагов захвачено 9, находок собрано 30. А, так вот это находки. А зачем они вообще нужны? Кто знает? А, приготовь оружие. Вход на базу гангрены запрятан где-то в глубине этого каньона. Я должен отыскать дорогу туда. Еще хуже! Подожди. О, я серьезно, еще и тут бродить? Блин, я думал, это покатушка тупо чисто сверху. Серьезно, еще и бродить? Ёпта. Исследуйте секретную лабораторию профессора Гангрены. Используйте металлоискатель, чтобы собрать спрятанные части ключа кода. Да? Использовать предмет, металлоискатель. Как его использовать? Это... Нифига! Смотри, что тут можно делать. Квадрат. Чё? А как? Что это? Чувак, ты что, не видишь меня, что ли? А я не могу двигаться. Когда я так делаю, я не могу двигаться. А как стрелять-то? О, пекаль. Блин, я почти в упор, ты чё? Вот это я не ожидал, что здесь еще будет бегалка. Вот это, конечно, классно, что ты можешь посмотреть, но я-то двигаться, блядь, не могу в этот момент. Так, где там чувак? Как понять? Что такое опять? Охрана пустыни. Персональная охрана профессора Гангрены. Хорошо обучены и очень опасны. Да я вижу как-то. А стрелять как? Так, ну разлетаются вроде типа нормально. Так, он блок ставит, да? Опа! Сука! Да блин, тут что-то это... А подожди, я вот достал пистолет, как стрелять? Ага, окей, понял. Там у меня бесконечные же патроны, да? А как использовать металлоискатель, ты вы мне объясните лучше. Нолик. Прыжок, квадратик. Блять. Как металлоискатель? Этот... Что это такое? Печатная машинка? Использовать предмет. Что это вообще лучше такое? Объясните, хоть под подпись дайте. Что это такое за... А, вставьте карту записи в слот чтения карты памяти, нажмите X, чтобы сохранить. А, то есть я могу сохраниться здесь везде или что? Прям на любом месте? Вот это, я так понимаю, загрузить, да? Или что? Смотри. Записать квадратик. X. Он бесконечный? Вау, прикольный вид. Так-то только камера, конечно, немножко плохуеватая. Есть, нашел что-то. По мере продвижения по уровню, вам необходимо будет собрать фрагменты ключа. Когда сейчас... Когда все части будут собраны и соединены вместе, они составят полный рисунок кода. Хорошо, спасибо. То есть я могу вот так все время бегать, да? Я могу бегать просто постоянно вот так в зеленке, а почему бы нет? Заряд энергии, это жизни. А, то есть я не простреливаю его, да? Серьезно? Да, блядь! Боевка здесь не очень. Пока что. Сколько тебе тут еще кодов этих искать? Они тут вот вообще все на одном месте. А, это заряд энергии, хорошо. Окей. Что-то стрелять здесь вообще, я вижу, не вариант, да? А есть карта? Селект. Есть карта. Окей. Прикольно. Пуп-пуп-пип-пип-пуп-пип. Где люди? Где люди, где противники? Там было противников много. Почему здесь только 4 противника было? Так, планшет кода 3. А где-то здесь еще один должен быть, да? 4 же должно быть. Вот. Есть, нашел. Для открытия входа на секретную базу нажмите монолиты в последовательности кодовых цветов. Так, хорошо, смотри, на... выполнить код. Тут ничего нет, да? Ну, в принципе, искать здесь, я так понимаю, нечего. Вот Action Man, получается... Лук нашел? Серьезно? А что это такое? Которое не работает ни хрена.
А чё металлоискатель больше не работает? Как я тебе теперь найду, там мне последнюю экшенменку букву надо найти? И куда вообще мне этот код применить-то? Или можно везде? Куда код применить-то, алё? Вот. А-а-а, зелёный. В смысле, а что делать? Зелёный. Нажать? Как нажать? Зелёный. Красный. Жёлтый. Да, нажми. И синий. Ух ты! Это было сложно! Это сложно, это реально сложно. Ну, конечно, игрушка такая вроде прикольная. Ну, то есть, если она, знаете, как сказать, не однообразная, то, что как ты, вот как я думал, да, что она просто тупо чисто на тачке там кататься сверху, вид сверху, а тут еще, смотри, побегушки, может, там еще что-то будет интересное, хер его знает. Тут еще можно бегать просто так. Здрасте. Окей, смотри, отлично, прикольно. То есть на машинке кататься, есть пока что ходить. Может, еще на чем-то можно будет летать. Главный вход. Давай. А я как это врагов захвачено? Я их просто убиваю. Я не захватываю. Куда их? В кармашку? Кармашку, что ли, лажу себе? Не? Так, а там был вроде чувак с оружкой, нет? Мне еле не показалось. Внимание! Тревога снайперов! Тревога охранников снайперов? Это чё, я? Снайперы! Чтобы разобраться с ними, я должен воспользоваться большим луком. Это арбалет. Чё ты делаешь? Это он сам, если чё, это не я. Я ничего не жму. Он что-то просто просматривает. То есть, короче, нужно их стрелять, да, вот так с арбалета будет. Ну давай уже, чё ты? Разберитесь с охраной базы с помощью большого лука. Хорошо. О, хер ты тут разберешься с помощью большого. А как приблизить-то? Ага. А тут что-то это, слышь, как я... Как я вообще в него попаду, если... Ты видишь, какое управление? Так, один есть. Второй есть. R1... А, R1, L1 приблизил. А, то есть мне вот так нужно, типа мини-игрушка, да? А где он? Ах ты, сука. За угол спрятался. Ты падла, где ты там? Выскакивай. Бам! Хедшот бич. Так, долгое приближение очень. Есть, 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 хорош. Блин, у меня жизни-то нету, на один выстрел осталось. Быстрее! Пацаны, хватит! Хватит бежать, пожалуйста. Блять, один выстрел остался мне. Жив, жив! А, как где отхилятся-то теперь? А! Мне же один выстрел всего-навсего. Один удар. Просто. Просто М. Просто максимум-минимум. А, ты чё, пистолет, лук, дай мне вот это. Почему нельзя вот это использовать? Как мне хилиться-то? Что вот это за штуки? Удаленный переключатель. Отключатель. Электронный ключ. Магнитрон сохранения игры. Ну прикольно, что можно сохраняться, конечно, везде. Выполнить код. Зачем? Так, есть у меня лук, есть пистолет. Мне бы жизни... Ой. Где-нибудь подрезать. Чуть-чуть. Мне нужно отыскать путь наверх, чтобы попасть на верхний уровень. Да вот я уже вижу. Тебе же, короче, это... Скачите на кран, чтобы подняться на верхний уровень. Да не надо мне подсказывать, я и так понял. Только я... Блять. Ёбаные пидорасы. Они там уже... Они уже там были. О, меня захватили, что ли? Хе-хе. Чё, сейчас буду с тюрьмы еще убегать или что? А, у меня там продолжить идет. А, окей. Так, а чё, сейчас выберешься, что ли? Не, а откуда у тебя резак? Чувак. Нифига себе. Приколюха. Ебать ты мощный. Нифига себе. А откуда у тебя резак, чувак, взялся? Только давайте не с этого, не с самого первого. О, с самого второго. Так, я уже понял приблизительно, как стрелять, только там непонятно было, когда начинается эта херня. Вот. Можно скипнуть как-то вот это, чтобы я уже начал играть, стрелять? Потому что, ну блин. Сука, нельзя. Надо будет сохраниться вначале, чтобы вот эту сказку не смотреть, потому что жизнь, я так понимаю, здесь бесконечная, и ты просто заново будешь этап начинать. Внимание! Вот. Тревога снайпер! Можно как-то...
Это... Снайперы, чтобы разобраться да с ними, я должен... Да я понял, давай, большой буком. Блин, у меня еще пол хпшки. Да икс для продолжения. Ага, все, я тут, да? Так, можно по ногам стрелять, если что. Короче, стреляем куда-нибудь. Так, он тут сохранился. Сука. Да, блядь. Сверху. Справа. Ага, ты куда, далеко? Блин, они просто там будут еще снизу, сверху. То есть, блин, жизни-то больше чуть-чуть, но не намного. Жизни, где жизни подрезать? Блин, вот это плохо сейчас, что жизни нету. Ладно, сейчас быстренько как-то прыгаем быстренько. Мне нужно отыскать путь наверх, чтобы попасть наверх, чтобы попасть на верхний уровень. Я понял. Давай быстрее. Потому что там чуваки. А где кран-то? Ты что, дурак? Да ну берись-то, нет. Вау. Они-то бить меня будут, пока я лечу. Это моя тень такая крестиком, что ли? Какой я мощный. У тебя пушка за этим, за спиной. Почему ты с пистолетом? О, жизни! Быстрее вспрыгивай! Или мне что-то нужно нажать? Куда ты поехал-то? Дурень. Так, немножко жизни есть. Давай я тут сохранюсь, чтобы это постоянно не делать. Так, есть лук. Как его включить? Ага. А это меня что не видит? На. Так, там чувак есть, и там еще жизни есть. Он вроде стоит, не видит. А вот тут чувак еще был. Ах ты пидор. На. Ах ты слепошара, на. Да слепоте! Не понял, что он не убивается? Че, у меня пушка не достреливает, серьезно? Ладно. Блин, так мало хилит. Ду, хорош. Так, от этого я не достану. Тут еще третья была хилка. Вот она. А их всего-то три. Че так мало-то? У меня еще патроны есть? Серьезно? На. Все, пока. Окей, прикольно. Прикольно. Довольно прикольная игрушка. Пока что прикольно. Че? Нужный предмет нет у меня. А где его брать? Открывай, зеленый же горит. Ага, переход. Блин, ничего себе. Я-то, честно, не ожидал, что тут так будет. Довольно неплохо пока. Такс, ух ты, кто такой? Растущие растения мутанты гангрены? Я узнаю, для чего это делается. Угу. А где растущие гиганты растения? Там же вроде робот ездит, нет? Или что это такое? Это же робот. Турельчатый робот, в чем проблема? Так, да! Возьмите образец загадочного растения. Ща возьму. Так. Сколько тут? Три тоже. Блин, не видно, конечно, ни бинца. Где там первый противник? У меня что, лук? У меня лука мало. Я же не смогу его бить, правильно? Ключ кода 2. Окей. Блин, камера, дай мне нормальную камеру. Так, там он ключ кода, да. А если мы просто... А можно присесть как-то? R1, L1 вроде ничего не работает. А, вот ходить можно. Нашел как ходить. Потихой. Биомодель. Ладно. Так, а тут где этот чувак? Я его не вижу. Можно его просто не агрить на себя? А, не, подожди, стоп, мне нужно вон туда. Ай-я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 й, не, больно. Нужный предмет, выполнить код. Какой код? Кода у меня нет, значит, да? Ой, блин, ты что, на меня, что ли? Сука, сейчас я щушку разобью. Бля, что ты так далеко отходишь-то от него?
А-а-а, сука, да ты что прикалываешься? Почему ты не убиваешься? Чё ты отлетаешь-то от него? Смотри. Он не убьется, походу, да? Его нужно только стрелять. А чё? Я не могу пушку выбрать так-то. Не приготовлю я оружие, не работает кнопка. А. Ебло страшно, во что? Короче, я так понял, лучше загрузиться. Ой, где я? Ага, я там, блин. Ладно, загрузимся сейчас, короче, лучше их с лука перебить. Потому что один выстрел, в принципе, нормально. Потому что я не могу, руку вручную не могу завалить никак. Может, разве что попробовать еще пистолетом, но, не знаю, мне кажется, лучше будет так херачить. А там хер его знает. Сейчас попробуем с этого, с арбалета того и того. Не, хотя этого, в принципе, можно только завалить, вот этот, который катается. Растущие растения-мутанты гангрены? Я узнаю, для чего это делается. Ага. С ними целоваться можно, если чё. Так, ну тут два робота, два выстрела. Может, тут мне какие-то патроны дадут? Долгие вот эти вот все вот эти штуки, которые здесь ненужные. Возьмите образец загадочного растения. Типа я и сам могу посмотреть дебрифинг этот. Ну там, взяли кнопку какую-нибудь бы дали. Я бы просто нажал, захотел, посмотрел миссию. Не захотел, не посмотрел. А то такое как навязчиво очень. Так, смотри, где этот упырь? Ты! Упырёныш! А ну-ка, едь сюда! Быстро! А не, нихуя! Я-то таки его бил. Три выстрела нужно. А я таки его, получается, значит, вручную тоже урон ему наносил, да? Только, блин, очень как будто все плохо. О! Что это? Забирай! Во-во-во-во-во-во-во! Так, а как же мне, подожди, вот этого-то ушатать? Блин, он что так стоит там неудобно? Раз, два-с, три-с, четыре-с! Сука, четыре выстрела, падла, у меня почти нет патронов. Блин, он еще и взрывается, тварь! Ёлки-палки, вот это я сейчас попал. Ты что, не работаешь, что ли? Бляха-муха, жизни просто ушатал мне. Биомодель, хорошо, а что тут надо делать? Я просто побегаю сейчас и жизни поищу. Тут были где-то жизни. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут где-то. Да, етярашндра. А что вы на меня-то палите, чуваки? Я несъедобный. Не надо. Нахер забейте. Блин, вообще хиляет херню. Так, и что тут? Использовать предмет биомодель. Вот это. Для извлечения образца растения быстро нажмите кнопку крестик, пока график не достиг своей вершины. Серьезно, дрочить? Где? Дрочу, блядь! Надрочил, хорошо. Используйте оборудование лаборатории для анализа образца растения. То есть, это еще не так просто. Если вы заблудились, посмотрите на карту, нажав кнопку «Выбор». На экране отобразится ваше положение и ближайшие к вам цели. Спасибо. Я это уже понял. Так, тебе что-то вот тут надо сделать? Да, вон же на карте видно, что ты мне рассказываешь. На. Использовать растяньку. Где она там? Вот. Сейчас еще что-то нажимать. Опасное токсичное растение. Растению вода. Необходима вода. А для разрушения нужен всего лишь естественный свет. И чё мне? Сажать? Ничего бы они не использовали эти растения. Это плохие новости. Мне нужно уничтожить их. Растения уничтожаются естественным освещением. Но сначала требуется отключить подачу воды. Я найду устройство подачи воды в лабораторию и отключу его. Да хватит! Уничтожьте все токсичные растения. Отключите подачу воды. К токсичным растениям. Я не понял сейчас. Это кто такой? А чё за мудозвон? Ты кто? Техники гангрены.
Ассистенты профессора Гангрены. Хватают моментально. А! То есть моментально, да? То есть мне нужно как-то... Хватают! Завалил! Чё это? Знак прохода. Так, а вот этого? Тихо-тихо, чувак, не делай резких движений, сука. Чё, убежал? Он живой? Где он? Не понял? А куда он делся? Я же его не мог убить через стену. Так, мне нужно как-то это... Ну ладно, давайте на этом закончим, остановимся прямо на этой миссии. А почему бы, собственно, и нет? Какая нам в херу разница, а с чего начинать, правильно? Я потом в следующей миссии пойдем искать, короче... Здесь, если бы можно было еще крутить камеру, как-то вообще было бы зашибись. В общем, вот такая игрушка под названием Action Man Mission Extreme. Всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Action Man Mission Extreme. Все, ребятушки, всем пока.